Приветищи! Это поездатые приключения. Мы находимся в депо. Это третья наша остановочка, если ничего не путаю. И сегодня мы займемся нашим вагоном. Хотя бы один вагон, да, мы должны достроить сегодня. Пофиг на последний. Вот на этот тут у нас только рассада. Мы хотели вообще сделать из этого вагона теплицу. Ну, подумаем. Подумаем, что и как. В общем, мы остановились. Я предлагаю... Что по времени? 8:45. О, так самое утро. Самое... Время для вылазки. Пойдем, короче, расшибем кому-нибудь мозги. И... Ой, патроны кончились. И займемся строительством. Ну, пособираю здесь еще материальчик. Ой, как хорошо пошло. Как по маслу. Дробаш решает все проблемы. А чего так много? Там он... Не понял, почему со второго раза ты сдох? Ну, давай. Попытал свое счастье, но не получилось. Буга еще идет. Давай, бугаю. Бежим. Перезарядка, где там перезарядка? Перезаряжаемся. Как можно скорее. Ух ты ж, блинский. Перезаряжайся скорее. И вставай. Есть. Все, улетел в гагры. Что у нас там по левел апу-то? Левел ап. Где у нас? Во. Нам надо еще, ну, чуть больше половины. Точнее, чуть меньше половины набрать. И будет левел ап. Вот они, наши коробочки. Все ради коробок. Все ради хламья. Говорю, как бомжара какой-то. Во, вот это что такое? Можно разбирать? Нет, это... Можно разобрать. Отлично, давай. Отковыривай металл. Столько интересности здесь. Ой. Чё так мало-то? Эй, видишь, чё так мало? Металла. Так мало металла на металла. Всё, в коробках полно материала. Здорово. Гаечным ключом не хочешь получить? По жбану. Да отстань ты. Видишь, я сантехник. С гаечным ключом хожу. Сколько ж ему надо было гаечным ключом зарядить в башкень, чтобы он отстал от меня. Все, с коробками. С коробками что-то у меня плохо со словами. С коробками закончили. Бочки разбираем. Уберите оружие, чтобы взять предмет. У меня нет оружия, ты чё? У меня только гаечный ключ. Какое оружие, о чем ты? Все, я полон. Мои штанцы. Бежит красавчик. Не добежал, спортсмен. Дыхалки не хватило. Заперто. Газеты можно почитать. О, что пишут? Давненько не читал. Кто-то еще бежит. Чертовы пакли! Бежим! Отстань, не трогай меня. Скотобаза. Дырявая пузо. Скотобаза, дырявая пузо. О, вот, тут еще можно поковыряться в контейнерах. Ну, точно как бомжара. Есть. Все. Здешнего материала, мне, думаю, будет в достатке. То есть, все, что находится в депо, я это все разберу, обязательно все найду. О, так тут тоже были коробки, что-то пропустил их. Посмотрим, что нужно нам в первой необходимости сделать. Так, значит. Молоток есть, разводные ключи есть, стальные детали для мебели. Подумаем. Фонарик имеем. Я тогда хотел сделать, знаешь что? Электрическую плиту. Но нам не хватало шестеренок. Да? Да, шестеренок не хватило. Тогда, пока еще день, надо выгрузиться и идти искать эти двигатели. Двигатели, шмигатели. Так. Вот почему, кстати, надо вот так вот сделать. Вот этот гаечный ключ, его надо доломать и все, и забыть про него. Лопата пусть будет, фонарик давай закинем сюда. Медикаменты мне... А, хотя нет, мне медикаменты мне нужны. Медикаменты нужны. Таблеточки тоже возьмем и пожрать что-нибудь, пожевать, а то у меня беда с этим. И кушать хочу. А у меня только батончик. И все. И энергетик. Значит, таблетосы вкидываемся. Жаваем. Хомячим чипсули. Выпиваем водички. И я бодрячком. Бодрее меня здесь больше никого и нету. Все остальные зеленые и еле передвигаются. Что по картошке? Картошка растет. Скоро будем окучивать и выкапывать. Это очень чудно.
Надо найти машины. Машины у нас чуть дальше. Ладно, будем расчищать дорогу. Не буду тратить патроны в дробаше. Лучше я их оставлю на потом. К тому же у меня осталось 14. К тому же у меня осталось 14 патрончиков. Где этот выход? Не подскажете? По-моему, нам прямо и потом направо. Сам разберусь как-нибудь с выходом. Ой. Жалко, не могу бить нижней частью пистолета. Ух ты, нифига себе. Вот это прятки. Выход-то где? Где-то здесь выход должен быть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это мне... Твою ж налево. Твою... Ой-ой-ой. Да. Влетел, как называется, в гнездо неожиданности. Ну, хорошо. Вообще, у меня такое ощущение складывается, что они меня там поджидали. Они прям ждали за углом, когда я выскочу, чтобы мне такую оплюху зарядить. Так, значит, что у меня тут? Все пучком. Ага. Автосейв сделал свое дело, это хорошо. Мы буквально откатились на 2 минуты назад. Это здорово. Сейчас захаваем, выпьем и пойдем. Все по-новому. Дежавю. Тебе не кажется, это дежавю? Так. Все. А, еще... Гаечный ключ здесь, все. Все ништяк. Ништяково-ништяковски. Выход. Ищем выход. О! Так, я же это разбирал. Подожди, а коробки что? Пустые. Хм. Волшебство какое-то. В этот раз я не нарвусь на того бугая. Буду идти и отстреливать всех зомбарей. Потому что... Ну вот... Только что сказал, что буду тихонечко идти и отхватываю сразу же. Ох, где ж найти бы пистолет, чтоб не перезаряжать, чтобы все было на автомате. В этом плане с дробашом круто. Подбежал, в тыкву дал и убежал. По своим делишкам. Но, ребятки, кто следующий? А никого. Есть, конечно, один вариантик. Отстань. Есть один вариантик просто оббежать это все. Там, где мы возле... О, здорово. Возле тачек останавливались. Да что ты будешь делать? Опять патроны. Там есть дорога прямо в город. И там было бы удобно на самом деле туда идти, в этот город, и обыскивать тачки. Я выбрал какой-то тяжелый путь. Отдыхай, Вася. Бежим. Нет, блин, не бежим, стоим. Иногда такие глупости говорю. Да, вот тут хочется... О, патроны, отлично. Бежим, стоять, как будто вот ты сам не видишь, да, что я либо стою, либо бегу. Зачем я это говорю, вообще не понимаю. Это типа, чтобы заполнить эфир. О, что-то есть. Сколько у меня там? 18-68 кг. Здрасте. Покасти. Еще один лезет. А чё, откуда вы идете-то? Что, на клоуна, что ли, пришли смотреть? И вроде бы я не клоун. Смотри, так и идут. Так и идут ко мне. Странно. Очень странно. А, они, видимо, услышали, что я там раздаю люлей. Люля, кебабы раскидываю. И они ко мне прибежали. А люля, люля, люля. Дас видос. Не морозь меня, мороз. Ой-ой-ой. Так. И коня моего тоже не морозь. Все. Что-то вас много, ребят. Вам так не кажется? Может, пора уже завязывать с этим? О, левел ап. Левел ап. Ладно, давай силы качнем. Силы силушки богатырской. Чтобы тягать было... Ой. Чтобы тягать можно было... Здоровенный контейнер, как Халк. Конечно же, я так и не смогу в этой игре делать. Но я надеюсь. Я мечтаю... Еще. Граната. Шикарно, пригодится. Ну все, вот оно, это местечко, где меня словили. И надавали лещи. Не успел, не успел. Замахнулся, но даже не ударил. Я оказался молниеноснее. Как... Ой! Я, оказывается, не только молниеносный, но еще и... Косю! Косю! И вот он, этот бугай. Сейчас он ответочку у меня отведает. Все, зацепился. О, да их там двое, что ли? Откуда двое-то? Ты откуда вышел?
Спасибо. Спокойно, не паникуем. Давление не повышается. Спокойной ночи. До встречи в аду. Все, всем раздал приветики. Можно посмотреть, что в ящиках. Подожди, а тут же был проход-то где-то. Где-то был проход. Неужели его тут нет? О, Патрики, денежки. Деньги-то мне вообще сейчас нафиг не сдались. Только если подтираться ими. Что ты купишь на 50 баксов, если в магазинах никого нет? Продавцов нету, просто заходишь и берешь. Апокалипсис? Блин, смотрю, думаю, блин. О, капец, я испугался. Думал, что он это, подперся рукой. И стоит возле ящиков. А ты что, живой, что ли? Теперь нет. Получается, что нам надо оббежать еще разок. Что-то я где-то пропустил однако. О, был здесь. Что-то я где-то пропустил. Где-то же здесь был выход. Вот он, славно. А патронов нет. А я бегу. Попа горит. И зомбарь лежит. Ну чё? Выход в город. Выход в свет. Света, я иду к тебе. О, чудеса. Открыто. Я думал, заперто будет. Можно было, конечно... Ну ладно, давай разберем. Вот это мне же не простишь, если я не разберу этот стул. Я уже говорил, да, что мне непонятна логика разработчика. Если ты можешь деревянный стул разобрать, а стол не можешь. Вот где логика? И тумбочку тоже обыскал, а разобрать не можешь. Хотя такая фигня. Но приятно было бы, если бы я разобрал. Кто-то еще идет? Нет, показалось. Вон они, тачули, стоят, ждут меня. Сейчас мы двигатель найдем. Сделаем себе печечку. Электропечь. Электроплиту, правильно. И сморганим картофан. А то питаюсь одними чипсами. И что там у меня еще? Чипсы, шоколадки какие-то и... Шпроты там, ну, знаешь, консервы-то эти все, нафиг не сдавшиеся, которые гастрит вызывают, которые убивают мой желудок. О, хорошо. Так что картошечки пожарим, жирненько. Холестерин зашкаливать будет. И сдохну где-нибудь от жира своего, от холестерина. В кругу зомбарей. Да, что-то какое-то пессимистическое будущее я себе нарисовал, нет. Мы выберемся. Конечно, разработчик еще не воссоздал конец игры. Сюжет, как говорится, в процессе создания, поэтому всякое может быть. Может, мы выберемся, может быть и нет. Кто-то ломится. Где-то ломится. Где стучится ко мне в дверь? Призрак. Зомбарь. О! Думал, доставочка, но нет. Во, вот здесь вот ломится. Машуня, нифига себе, застрял в двери. Неожиданно. Это что такое? Нет, я не буду думать о том, что тут Машунька ходила в туалет. Все. Привет. И пока. Книги какие-то можно открыть. А, это не книгу, это тумбочку я открыл. Бабки, бабочки. Мне нравится собирать купюры и чувствовать, что я богатый. В мире, где деньги теперь уже ничего не решают. Вот эту дверь почти сломали, давай. Ништяк двоих за раз. Даблкил, мощно. А где тачки-то? Ты видал, в холодосе столько всего лежит, а взять ничего не могу. А где тачки? Ребят, нет, я к вам не пойду, дверь сейчас закрою. Я пошел по тачкам лазить. Их тут дофига же было. А, нет. Нет, их здесь не так много. Сейчас, подожди, я же сюда в гараж заходил, но что-то не обыскал. Тупанул. До тачек надо дойти к центру. Они в центре есть. Да, тупанул. Ну вот, я сейчас здесь вот оббегу все. А, тут ничего нету. Через школьный автобус зайду. Еще надо попить и поесть. По-хорошему зайти в магазин. А то у меня два последних батончика осталось. Негоже на голодный желудок исследовать. Точнее, негоже с голодным желудком ходить. Если тебя кокнут, то зомбарям ничего не достанет. Хотя, какая разница, что у меня в животе? Им же главное мозги, правильно?
Тиночка ходит тут. Сторожу территорию. Все, вот вон там, вот тоже машиночки, я вижу. Давай энергетика бахнем. Бежим! Я полон сил. Я энерджайзер. Черт, ну почему с первого выстрела ты не откинул коньки? О! ОМОН! Нет ОМОНа. Вот так бы сразу. С одного выстрела. Но некрасиво получилось. Я тут вроде бы красивый ролик записываю. Выходит как всегда. Хоть как лучше, получается как всегда. Вот. Гараж, откройся, пожалуйста. Почему я должен обходить? Черт. Негоже старперу обходить. Ой. Ништяк, пробил ему глазницу. Хорошо, вообще вошла пулька. Блин. Если я буду... Ну, вообще, случится такая ситуация в жизни, что настанет зомби-апокалипсис, я... Ну, не знаю. Я чувствую, что я выживу в нем. Как я выживу в нем? Я просто пойду, отдамся зомбарям, они превратят меня в зомбаря, и я выживу. Потому что зомбари могут не есть, не пить. Хотя они разлагаются. Нет, в зомбаре я не подамся. Нет. Несу какую-то чушь. Вот, тачки, пожалуйста. Двигатель. Это механик местный был. По тачкам, видимо. Где здесь? Двигатель. Точнее, моторчики. Мне нужны моторчики. Что-то в тачках пусто. О, бензик нашел. О, наконец-то. Здорово. Двигатель есть. Но надо побольше набрать, чтобы потом сюда не возвращаться. Та ёп. Парасате. Японский Новый год. Точнее, китайский. О, еще и патроны заканчиваются в дробаше. Нехорошо. Тут толпы зомбарей. А я... О, можно же в полицейский участок зайти. Там, по-моему, эмочка лежит. Дожидается меня. М3. Так. О, магазин. Магазин. Давай через черный ход зайдем. Пошаримся там. Это магазин. О, наконец патроны. Можно снова ходить и разбрасываться свинцом. Еды хочу. Не ломай здесь двери. Я новый хозяин этого магазинчика. Не видишь, заперто. Видишь красное пятно? Сейчас будет такое же с другой стороны, если ты не прекратишь бить стекла. Картофан нашли. Вот негодяй. Ой, в каску попал. Да что так близко-то, не надо бить меня по жопе. Так, один готов. Один готов. Последний остался. Надо срочно перекрутиться бинтиками. И вкинуться антибиотиками. И антидотом, и всем, чем только можно. Ой, зачем еще таблетки-то? Ой, я ж покушать хотел. Вот, шпроты. Попить. Сушняк свой подавить. Все. Сейчас как всем раздам. Ой, сам же сломал окно. Закройте двери. Интересно, смогу ли я пробить ему черепуху? О, смог. Шикарно. Я сейчас вот так вот встану. Подожди. Не, больше не пробью. Кстати, их там двое. Снова двое, ребятят. Но почему ты не слег? Почему всегда приходится добивать пистолетом? Ну ладно, в редких случаях, но все равно мне это не нравится. Спасибо, что дверь закрыл. По-моему, им хорошо. В кассу. Я кассу еще не проверил. Ага, 39 баксиков. Моторчики. В полицейских тачках, может, что есть. О, шпроты были. Давай. Это разборки местной полиции. Я шериф. Что-то пусто как-то. Есть еще один моторчик. Не нравится мне это, не нравится. То ли глаз сбился, то ли у меня дробаш мазит. Мазит. Ага. У меня уже все фул. Что бы сожрать еще? Давай, вот шпоты сожри. Место освободи. О, кто-то бежит.
Кто-то бежит. Здорово. Ты чё так неожиданно пришел в гости? Я тебя не звал. Оу, е. Блин, ну когда же уже разработчик сюжетную линию сделает? Он все по графике там убивается, по графике. О, еще один двигатель, здорово. А сюжет что-то как-то лень ему пока что делать, либо просто времени нет. По одному патрону, блин, пропустил. О, патрики закончились. Ладно, переходим на... Ну давай. Вот эти... Ого! Нормально тебя так... Штырило. Ладно, бежим. Бежим. Сейчас еще постреляем чутка. Да что ж такое-то? 17 хп. Как думаешь, выживу, нет? Так, с этим дела плохи. Он еще живчик. Живее всех мертвых. О, нет. Ой, снова придется перебинтовываться. Здорово. У меня несколько аптечек. Еще в кармане. Еще в кармане пару аптечек. Я вроде в полицейский участок-то не собирался заходить. А вы вот ко мне идете. Ну ладно, пойдем заглянем. Пойдем заглянем. Хотя нет, на десерт оставим. К тому же уже 16:44, сейчас темнеть начнет. Не хочу ночью блуждать, капец как. Мне это не нравится. Привет. Не добежал до своей цели, красавчик. Кто-то еще бежит ко мне. А я убегаю отсюда. Я делаю ноги. Ну, пусть ломает. Мне не жалко. Мне... Здесь двери, правда, закрою. И вот так вот сделаю. Все. Вроде я ничего не напутал. Я на правильный задний дворик выбежал. Меня всегда напрягало то, что я не в тот задний дворик убегал и путался. Тут лабиринты еще те, блин. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я тут со всеми перезнакомился, а тебя не знаю. Ты откуда вылез? Все, наконец-то. Идем дрыхнуть и строить вагончик. Никуда мы не идем, я что-то опять затупил. Почему двигатели-то? Если нам шестеренки нужны были, правильно же? Нам же шестеренки нужны были. Я только что тут пробегал, тут никого не было. Бегу обратно к тачкам. На самом деле мы столько тачек с тобой обыскали, что я даже не понимаю, почему мы не нашли шестеренки. Да уж. Зря я отсюда убегал. Врубаем фонарик. О! Чувак со щитом. Слушай, чувак, у меня на тебя патронов не хватит. Я, пожалуй, побегу по своим делишкам. Буду обыскивать все тачки. Снова моторчик. Ну где же шестерня? Здесь вот еще пару тачек стоит. Темень кромежная. Сейчас повылазят зомбари и сожрут меня. А кеды на десерт сожрут. Я же в кедах, правильно? Да, я в кедах, точно. Вон, башмачки, которые уже прохудились. Которые уже дырявые и не держат защиту. Можно их, в принципе, выкинуть. Вон они, все. Им капзда. Шестерню мне дайте, я свалю отсюда. Чего вы меня мучаете? Господи, какая... Чего только нет. На самом деле, с любой тачки можно шестеренки выдернуть. Но нет же. Я же не хочу этим заниматься. Блин, вот и быстрый, а. Чего так быстро ходишь? О, я ему руку отстрелил. Шикарно. Еще один идет. На свет как светлячки слетаются. Да ё-моё. Ты меня бесишь, мужик. Чё такой бронебойный? Я уже изнутри. Я в тебя залез. Стреляю изнутри, а ты все живешь и живешь. Наконец-то. Надо вкинуться. Кинуться таблетками и обвязаться бинтиками. А еще у меня граната есть. Надо ее куда-нибудь вкинуть. Использовать. А то она тяжеленькая, зараза. Таскать с собой ее тоже негодно.
Ну, вода. Есть! Нашел шестерни, но не могу их взять, потому что все битком. Давай съедим тогда фасолинку. Все, отъелся, я надеюсь, что... Да, забрал. Ну, я думаю, что... Сейчас я быстренько тут обыщу все. Показалось, что на тачке стоит зомбарь. И все. И все. И можно отсюда бежать. Капец, я нифига не вижу, сколько времени. 18:59. Почему так рано темнеет? Сбегал, блин, на вылазку. Все патроны израсходовал. В дробаше 0. В пистолете там буквально 8:14 патронов. Капец, сколько времени? 20:00. О, быстренько добежал, в принципе. Фух, пойдем подрыхнем, где моя кроваточка на втором ярусе. Кровать, наконец-то, спать. Чудно, великолепно. Время 8 утра и 6 минут. Приступаем. А, нет, подожди, какой приступаем? Надо попить. По идее, вроде все норм. Тогда вбахиваем себе 2 баклажки водички. И приступаем к созданию нашей плиты. А, кстати, какая в топку плита? Я же хотел сделать граммофон, чтобы музло слушать. Черт. Либо плита, либо граммофон. У меня 2 шестеренки туда и сюда. Ладно. Плита у нас была в прошлый раз, поэтому делаем граммофон. Так уж и быть. Сейчас я все раскидаю. Так, металла побольше мне. Канистру нафиг убираем. Вот. Надо сбегать, потом заправиться. Так, значит, сделать слиток. Спасибо. Слитка нам хватит. Теперь. Где эта штука? Механизм граммофона. Все есть? Создаем. Все, у нас теперь есть труба граммофона, есть механизм граммофона. Что-то еще ему нужно? Давай посмотрим здесь. Он же здесь собирается. Вроде как да. А, нужно еще пару деревяшек и все. И все, деревяшки у меня есть. Значит, возьму 5 штук. И возьму вот эту штуку. Все. Хо. Граммофон у нас сейчас будет. Делать. Скучали по музыке? Конечно, скучал. У меня там фиговая туча пластинок. Значит, граммофон у нас будет стоять вот здесь. Сейчас я его воткну. Или где бы воткнуть граммофон? Граммофон. Под лестницей? Да, давай под лестницей его поставим. Вот здесь ему самое место, по-моему. По-моему, тут будет очень хорошо. Все, мастерим. Ой, какой красивенький. Выберите музыку, открыть, разобрать. Открыть. О, место для хранения пластинок. Ништяк. Сейчас, подожди-ка. Значит, пластиночки. Забираем все. Сейчас мы сюда их поставим. Вот так вот. И сейчас попробуем включить. Выберите музыку. Ого. Вот это музло. Music. Play. А, вон, смотри, пластинки достаются из коробки. Точнее, из тумбочки. Прикольно сделано. Музло! Пати-поезд! Все-таки ему быть. Замучу пати-поезд и с зомбарями затущу. Так, вот это музло прикольное. Что еще есть? Подожди, переключим на следующий трек. Let's go. Точнее, next, please. Что здесь у нас? Бальные танцы какие-нибудь? О, релакс. Релакс, расслаблен. Перемотать можно как-то? Не перематывается. Он переключает пластинку на следующую. Ну, хорошо. А это что за трек у нас? Тоже какой-то relax. Big Band Juggle. Может быть, тут что-то заводное? На джаз, наверное, что-то похожее будет. Подожди. О! Что-то необычненькое. Мультяшечное. Давай, раскачивай. Да! Вот это пусть ругается. Тьфу, блин, ругается. Играется. Прям прыгаем отсюда в бассейн вымышленный.
Все понятно. Последний трек сейчас послушаем с тобой. Последний трек, пожалуйста. Big Time in Little Paris. Что там будет сейчас это? Аккордеон какой-нибудь? Париж? Ну-ка, ну-ка. Нифига себе, Париж. Какая-то балалайка. Хип-хоп, хип-хоп. Какой-то уличный дэнс. Yeah. Короче, мне понравилось. Ну, вот это тоже неплохой, да, трек. Хип-хоп парижский. Все, переходим к строительству нашего потолка. Значит, что тут нужно? 4 дерева, 1 металл. Ой. Потише можно сделать? Слишком громко. Вот так вот пойдет. Значит, древесина у нас в достатке. Берем ее. Потом металл. Металл. А, металл скраб, это знаешь что? Это вот эти вот, скорее всего, стальные детали для мебели. Наверное, стальные детали для мебели. Ага. Сейчас, нам нужно сделать слиток. Сейчас проверим. Что-то у меня как-то... Кажется, что маловато у меня металла. Ну, с музлом, по крайней мере, всяк повеселее жить. Проверяем. Так. Металл скрэп, 4 вута, недостаточно ресурсов. Металл скрэп. Просто скрэп переводится как лом. Металлический лом. И я вот не совсем понимаю, что ему там нужно. Металл у меня... Вот, 4 штуки есть. А ему сколько? Ему один нужен. Деревяшки. А, деревяшки. Тьфу ты, блин. Теперь древесина у меня есть, она просто не перекинулась в прошлый раз, поскольку у меня сумка забита. Ага. Все, вот. Вот и крыша готова. Неподходящий инструмент. А что нам для крыши? Гаечный ключ нужен. Ну-ка. Скрэп, полимер и глэс. Хорошо, сейчас я достану стекло. Стеклышко, стекло. У меня его тоже в достатке тут. Перекидывайся. И скрэп, полимер. Это вот. Металлический хлам. И сейчас у нас будет чудный потолок. Так, не колоти его, а собирай. Чудный, чудесный, прозрачный потолок. Ого. А-а-а. Здесь и здесь нужно поставить. Так, достаем молоток. Дерево. Еще дерево нужно. Я тоже раскатал губу. Думал, я все сделал. Конечно. Все ты сделал. Нифига ты не сделал. Вот. Вот теперь ты все сделал. Надо сдать назад на улицу и посмотреть, как это все будет выглядеть на улице. Задний ход, пожалуйста. Let's go. Погнали. Поехали. На всей мощи. Выезжаем за заборчик. Ой, красота-то сейчас будет. Стой. Хватит. Красотища, мне кажется. О, да, это лаунч-зона. Прекрасная лаунч-зона. Остается сделать ее до конца. И будет... Ну, панорамная крыша будет. Больше, конечно, похоже на теплицу. Ну да ладно. Может, мне сюда кровать перенести? Да, наверное, мне стоит туда кровать перенести. А дальше достроить, знаешь, не панорамной крыши, а что-нибудь другое. Давай посмотрим, что у нас еще есть в ассортименте. Вместо окон стеклянных могу поставить сетки, могу металлическую решетку поставить. Вообще без проблем. Кстати, про вот этот осветительный прибор. Мне сказали, что он бы работал, это как фонарь сверху. Только тебе нужны выключатели. Switch Metal, это вот, скорее всего, вот этот переключатель. Про него речь шла. Руф. Значит, в принципе, тут больше ничего не придумаешь. Значит, делаем панорамную крышу. Сейчас я тут все это застрою. Вот таким вот макаром. Давай. Застраивайся. И все, у нас будет двухэтажный вагон. Как современные поезда купешные. Что-то не понял. Почему ты тут не строишь? Вот. И здесь еще. Ага. По красоте. Красотища. Будет сейчас. Значит, создаем. Сейчас все отстроим. И можно вообще с поезда не уходить. Передвижной дом. Хаус Трейн. Великолепная вещичка, между прочим. Все на тачках путешествуют, а я вот на поезде.
Переходим к потолку. Так, потолок, потолок. Слушай, а может быть сделать потолок над кроватью обычный и поставить там фонарь, чтобы, знаешь, когда ты спишь днем, тебе солнце не лупило прям в глаза. Да, я думаю, так будет лучше. Значит, вот здесь вот так вот делаем. Вот здесь вот так. А тут обычную крышу, наверное. Давай посмотрим, есть обычная крыша? Вот, обычная вот такая вот. Есть с окнами еще? Они... Во, вот такую давай. Круто! Вообще классно будет смотреться. Ну, теперь надо сюда... А, нет, окна не надо пока. Нужно просто сделать опоры. И потом окна вставлять. Сейчас, сейчас, сейчас. И вот сюда. Здесь тоже хватает. Должно смотреться очень классно. О, да. Там, конечно, надо окошечки будет ставить. Здесь стекла. Сейчас мы сразу стекла поставим. Подожди. Вот так. И вот так. Здесь у нас есть. По стеклам у нас, в принципе, тоже все ок. У нас же есть стекла. Да, вон еще 9 стекол. Они будут сюда вставляться? Что-то как-то стекла не вставляются. Во! Пошла жара. Все вставляется. Чего? Полимеров мало, что ли? Полимеров достатки. А, стекол. Надо стекла сделать. Где там мои ведра с песком? Эй, йоу, ведра с песком. Накопал в достатке, так что со стеклом проблем у меня не будет. Готово. Ведерочка. Сюда сейчас багрим. Он больше не пригодится. Стекла у нас теперь хватит. Ровно столько, сколько надо. Ну, все, второй этаж почти завершен. Сейчас еще окна вот сюда вставлю. Тут, наверное, вот такие нужны, да. Как мне их сделать? Удалить могу, а установить не могу. Че, они просто вставились и все, недостаточно... А, неподходящий инструмент. Неподходящий инструмент. Что-то я не понимаю. Что-то не могу я сделать. Не достаю, видимо, слишком низенький я. Ну и ладно. Так, значит, а тут же тоже нужны окна, правильно же? Вот здесь вот. А давай посмотрим вот на эти сетчатые. Как сетка-то выглядит? Покажите, пожалуйста. Сетку хочу влупить. Либо такую сетку. Там, точнее, решетку выбрал. Что-то. Либо так. Что-то нифига. Не хотят они ставить. Ладно. Значит, по осветительному прибору можно его сюда воткнуть? Нет, нельзя. Только вниз. Только вниз, куда-нибудь сюда. Вот. Вот таким вот образом. Угу. Ладно, допустим, пусть он будет у нас здесь. Что там ему нужно? Ему неподходящий инструмент. Дерево, металл, стекло, electric parts. Electric parts. Electric parts это у нас переводится как двигатель. Ну вот и можно сделать. Значит вот. Эта штука у нас есть. Но мне кажется, что это все-таки не лампа. Переключатель. Переключатель еще надо сделать, точно. Так, значит вот эта штука у нас для чего? Куда она повесится у нас? Вот. На стенке. Подожди, давай мы его куда-нибудь... Дабы воткнуть. Ну ладно, пусть здесь будет. Вот так вот. Кривенько, конечно, но ничего. Ничего страшного. Есть? Не-не-не, не надо демонтировать, его надо сделать. Не надо его... Ай. Во! Все-таки это свет. Отлично. Значит, можно теперь... Как светло-то от него? Можно, значит, вот эти вот плафоны перетащить на второй этаж. Ладно, здесь пока выключим. Нам нужно сделать стеночку. Здесь я стеночку, наверное, сделаю, знаешь, какую? С проходимком. Вот такую вот. Чтоб можно было вылезти. Ну и здесь тоже, наверное, такую же сделаю. Вот же ж подстава. Что-то глючит. Заглючилось тут, видимо. Не хочет как-то ставиться. Вот с другой стороны ставь. О-о-о, было. Во! Наконец-то. Все получилось. Так, и сейчас я это должен достроить. Металл, скреп, вуд, скреп. Металл есть, дерева не хватает. Ладненько, пошли.
Там было парочку коробочек. Сейчас я их обы... Дождь пошел. Во, поворот. Зомбарь стоит. Вот у нас коробочки. Деревяшечка, пожалуйста. И металл, пожалуйста. Хорошо, что я тут не обыскал. В прошлый раз. А то бы пришлось бежать куда-нибудь в Гагры. Ну, совсем так скудненько по деревяхам. О, здесь еще есть. Нифига себе, они ходят. О, я сюда не заходил. Ладно, двери закроем. Намек на то, что надо будет туда сходить потом в следующей серии. Двери кто-то ломает где-то там. Левелап еще схватил. Выносливость, значит, качаем. Все спрашивают, зачем ты только выносливость качаешь? Ну смотри, я постоянно бегаю на спринте, у меня выносливость улетает как бешеная. Поэтому я качаю выносливость, чтобы уклоняться можно было вот таким вот образом от атак. Ну и бегать как можно дольше. Потому что когда я отдыхаю, ну то есть когда я бегу, мне периодически приходится делать перерывы, чтобы восстановить выносливость. Все, по деревяшкам вроде все. Надежде на то, что мне их хватит. Сейчас проверим. Значит, вот эту стеночку. Ну вот смотри, дождик идет, а мне хорошо, я под крышей. Здесь готово. Остается только окна установить, и будет сказочно. Здесь окна не вставить. Я забыл. Я забыл про это. Ну ладно, пусть будет так. Может быть, даже окна здесь не надо ставить. Не знаю. Что еще я могу сделать? Давай посмотрим. Значит, хочу поставить у себя в комнате вот такой вот камин. И швея нам пока не нужна. И в будущем обязательно нужно будет сделать все-таки плиту. Потом современный стол с ящиками. И в принципе все получается. Двухъярусная кровать нам не нужна, у меня всего лишь один. Стульчик можно будет сделать. Мебель мягкую. Настольная лампа. Ну, короче, экстерьером заняться. Но это будет уже в следующей серии. Уже потемнело, можно свет врубить. Фу, как здорово. Это будет уже в следующей серии в плане экстерьера и всего остального. А я пошел дрыхнуть. Если тебе нравится Зомби Эйсер, то не забывай ставить лайк под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан. Это очень важно. Но я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видосике.